Представьте, если бы вы похудели на 5, 8 или даже на 10 килограммов в течение ближайших 30 дней. Насколько лучше вы бы выглядели и чувствовали себя, если за 30 дней, начиная с сегодняшнего, ваше тело полностью преобразилось? Хотите доказательств? Тогда смотрите. С 3 августа 2013 по 3 августа 2014 я похудел на 64 килограмма. За 8 недель я похудел на 20 килограммов. Моя талия стала меньше на 19 сантиметров. Никогда у меня не было таких результатов ни с одной программой. Когда организм здоров и сбалансирован, он способен сам справляться со своими недугами. Эта энергия мотивирует нас на физическую активность, что очень важно для хорошего здоровья и долголетия. Когда вы сильно худеете, лишние килограммы уходят со всех частей тела. Это просто удивительно. Вы можете поверить, у меня похудели ноги. Я даже представить не мог, что вес уйдет по всему телу. Женщинам намного сложнее. Ты снимаешь одежду и видишь перед собой жирный пончик. Это ужасно. Теперь это не обо мне. Для меня это победа. Главная победа. Я начал программу Slenderize, и результат пришел очень быстро. Уже через несколько дней я почувствовал себя лучше. Однажды я ехал за рулем и поймал себя на мысли: «Боже, как же мне хорошо! Я живой, у меня отличная концентрация внимания, я полон сил». Я не могла поверить, что это так просто. Я продолжала есть обычные продукты, худела, и вес не возвращался обратно. Ты видишь результат очень быстро. Нет ничего более мотивирующего, чем собственный положительный результат. Раньше, когда меня спрашивали, как бы вы себя описали, я отвечала лишь одно — «Я толстая». Больше я так не говорю. Мне говорят, что 54 года — это зрелый возраст. Я с этим не согласен. Я считаю, что ты молод, пока ты себя чувствуешь молодым. Я себя не чувствую на 54. Уходят килограммы, уходит жир — это фантастика. Вы чувствуете и ощущаете себя по-другому, больше понимаете себя. Вы контролируете свое тело и контролируете свою жизнь. Это только начало абсолютно нового меня. Мы всегда говорим себе: «Все, с понедельника сажусь на диету», или «начну худеть с начала месяца», или «с 1 января следующего года». Эти отговорки тормозят нас и лишают возможности изменить наше тело и жизнь в целом. Отбросьте все, что удерживает вас на месте. Начните сегодня. Воспользуйтесь шансом. Что вам терять, кроме лишнего веса? Так сделайте это.